Բարև ձեզ, ձեզը դարձում է եւս շարունակում մասնել Battlefield Bad Company 2 խաղը Особо ценный объект հանձնարարությունում։ Так, непонятно, чего ждать у моста, так что смотреть в оба. Вся эта беготня по делам хрен знает, каким боком будет. Понял вас, кинжал один. Ко всему готовы. Возьмем этого говнюка и домой. Браво 2, мы подходим к мосту. Смотрите в оба. Принято, наблюдаем. Так, Марло, за пулемет. Если кто двинется, стреляй. На дороге гравий, могут быть мины. Идем медленно, рисковать нельзя. Вызывает Браво 2. Южное командование планирует накрыть артиллерийским огнем местность, где сейчас Кириленко. Я пытался переубедить, но у них другие приоритеты. Тормознул их, как смог. Давайте туда и остановите Кириленко.
Береговая охрана, это Браво-2, вас понял. Вы слышали? Вперед! Мы идем под снаряды, а денек сегодня длинный, засада на засаде. Можно хотя бы вежливо попросить? Хороший девиц. Не стоило столько корячиться, чтобы меня здесь грохнуло. Двигаем! Шевелись. Времени... Мез вре артиллерием бастон. Ой! Шевелись, шевелись! Ясно. Вам приказано взять меня живым. Да. Лавкать. Спасибо. Стреляйся, дернется. Не надоело вам? Прошу прощения. Ты сказал, стреляй, если дернется, но он не выстрелит. Вы должны осознать сложившееся положение. Сложилось так, что стволы сейчас у нас. Сержант, это список груза с корабля Сангра Дель Торо. Кто вас прислал? Выдвигаться нужно сейчас, а не потом. Наверняка Эгуайр. Он умный противник, признаюсь. Ловко вы меня захватили. Сержант! Противник. Он неплохо действовал до этого момента. И вы тоже, надо сказать. Ավարտելով այս հանձնարարությունը, ես շարունակում եմ անցնել հաջորդ հանձնարարությունը։ Այսօր որոշել եմ անցնել մի քանի հանձնարարություն, բայց երևի սրանով ավարտեմ։ Չնայած չեմ կարող խաղալ նաև հաջորդ հանձնարարությունը, տեսնեմ նայածելին։ Я же говорил, мы не знаем, мёртв он или нет. Будем надеяться. Иначе? Тогда почему бы тебе не рассказать о корабле?
Сангве Дель Торо был зарегистрированным в Панаме сухогрузом, исчезнувшим у берегов Перу в 49-м. И ты понятия не имеешь, зачем он был ему нужен? Или как он оказался в пустыне? Нет, но если он нужен ему, значит и нам. Удачи. Эй, кажется, я придумал. Все понял. Хэггард. Джогачка завар. Браво, Клад! Сваливай отсюда! Слишком жарко! Очень плотный огонь! Терминал. Буду на связи! Призрак, конец связи! Это на автодайке. Ладно, посмотрим, чем они тут управляются. Отлично! О. Частоту 011 альфа. Так, три засечки. Скидываю тебе. Мят бацем картес. А, директор. Ուրեմն առաջինը որ անում է, գնում ենք այստեղ, տեստը, գնում ենք մեջտեղին. Ինտերեսը, ունի там ես պեսյանը չերը? Պեսյանը չերը? Ну да, знаеш, как прошли дети. Սա երևի կամպանիայի ամենամեծ պարտեզն է, շատ մեծ է, խաղալու դու կտեսնեք այդ. Ինչպես տեսնենք տեղերով փոխվեցինք, եթե առաջ վերջում ես աչկազավար էր նստել, իմա աչկազավարը նստել է ես ուրա Пулеметин, Хейга на стеле и минометин, и командир на стеле вообще-то попозела, командир парновела, и теви масица. Лемята на стенк. Однако, похвацали. Има очка заваряет вид, Хейга пулеметит, и мер командир на стеле. Пулемёты. Чинец ор ես եմ իրանով կրակում. Լավ, շարժենք հանձնարարությունը կատարելու. Չորնա ագուլա վերտալոտ է, շատ հազոր վերտալոտ. Thank you.
Զենք փոխենք, բայց տարկիրային զենք վերցնենք, որ լավ եղնի։ Ճիշտ է, գրուպ նկալի բրձենքն է, որի ուռունը ամբողջովին է, կամ կայլ ասած 95 ուռուն է տանում 100-ից, որովհետև այս խաղում ընտեն զենք չկա, որ մի անգամից բացի գրան տամյոտից, որ 100 ոնց են ասում, տոկոս կյանք տանի, տանում են 95% ամենաշատը։ Այսօր պուլիմյոտը, ինչպես տեսնում եք, ես նոր ես ակտիվացրեցի այն և մտցրեցի մեր արսենալի մեջ։ Переключатель.
тот-то же, блин. Будь кем хочешь, ядрен батон. Эй, если что случится, ну ты знаешь, похорони меня на стадионе ковбоев в Арлингтоне, Техас. Штат одинокой звезды. Hello? Հիմա սենց մենք մնացին 3 հոգով, Խեգը մնաց ընդեղ, այս հանձնարություն կատարությունը մնացնալու ենք 2 հոգով և ես շարժվում եմ մի ռոպե, ես բացեմ քարտեզը, շարժվում եմ դեպի ձախ գողմի վրա ընկած հանձնարությունը, ես մկնիկով ցույց կտա ափսոս մոռացել եմ միացնել, որ կուրսորը երևա. Բայց ոչինչ, ժեպի ձախ ընկած հանձնարությունն եմ կատարում և մենք սկսում ենք. Sorry, Sara. Ես կարծես դե բարձրանամ. Ահա, դեմ ես էր կանտեր. Այս ես անասին է լկավ. Ձև չկա բարձրանամ բերև. Ստեղով չէ. Ոգրել առաջ վազան. Այս է. Այսը բարձրացը, այդ զզվեց է ուղակի հանձնարությունը կատարեմ. Все, хорошо.
червь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
готово. Что за... Черт! Престон, я должен остаться и не дать сигналу сбиться. Перемещайтесь в другой квадрат, пока я все настрою. Заодно постараюсь разузнать что-нибудь об Игуайре. Ништяк. Вот ты где, Сангро дель Торо, увертливый засранец. Вот новые координаты. Մի հատել նայենք, ուրեմը մի հատ ենց հանձնարացույն եմ ունում ենց է տելանեմ Ладно, позабавиться, нравится мне та машина! Հեսա վերսնենք էտ մաշնալ Սենց ուր եմ գնում, ինչ որ ստեզենք կայ, որ ես չեմ վերսել Ձայ սենց ուղիղ Չկա, ուր է սարը Արի մոտս, նենց մոտս է սետի Նացին
собственно, и Бернелин, а? А, передатчик. Похоже, та дорога ведет к антенне. О, чёрт. Если нас засекут, будем отличными мишенями на спуске. А Чемберн и Орста. Jsem plach, ne? My snajpera jsem, měli jste. Goodbye, bro. Váze nestě já. Սարդեն վերցրել եմ Так Я знаю, нам нужна одна из этих кнопок
еще. Черт, говорили мне, выбери серьезные занятия. Сейчас бы презентации в PowerPoint рубил. А, есть. Ладно, двигайте дальше, сам справлюсь. Лав? Менак? Что-то нам не занято. Ай, Эна, что не занято? Эферку Азор. А, это секвестный передатчик. Чего ферку Азора? Где ферку Азора? Это да. А чес похей ферку Азорет? Зарубьем снайпер. С РПГ. Я ответил его! Туда! Первый мир опыт парц ранен БДФ. Первый без тесты БДФ. Ой, горло солев. Старец он цоктель водовым гнолю. Ավերջ է սպրծասրանցից
У меня перезарядка на экзенк. То в парке ликерни. Наступним вам якісь квадроциклиць. Не вори на шаржинг стех. Угу. Це чи є з бітурзгам квадроциклиць? Рота. А є сасаці? Квадроциклос. Гоня каракортер на гарзах, ну покер каракем гоня збагвали бане, потому что это не сразу. Синчурин. Но вы на это и масло. Че так и масло на катане.
нажимаем дзен. Пуски с вашим банчем тесным. И на конце не станем. Такие дела. Я оказался на корабле, который должен был исчезнуть в поисках того, чему не стоит быть найденным. У меня была причина. У всех нас. Возвращение домой. Затем я нашел его. И все изменилось. Ես դուրս գալու համար ծնավ է որ շրջված է Аврора. Кажется, я нашел ее часть. Да. Выходит, что мы знали о существовании скалярного оружия у японцев в годы 43-го. Операция «Аврора» была самоубийством. Командование посылало людей на смерть. Уайт, Фарадей. Уайт? Так они знали? Да. И даже заранее записали их в потери. Хотели выяснить, как действует оружие. Стой. Агин бомбарзе дарну. Короче, масса. Используй код Sierra Foxtrot 1079. Привет.
фиг с армией США, но на нашем уровне доступа он ни о чем не говорит. Сколько там? Трудно сказать. Пока один. Забирай и уходи как можно скорее. Слишком много гадов вокруг. Вытаскиваем всех агентов. Вас понял.